Сегодня заслушаны итоги работ за 2022 год по реализации предвыборных программ членов Жамбылского областного филиала партии «Аманат» в рамках региональной дорожной карты. В совещании приняли участие 29 членов филиала, заместители акимов города Тарас и районов, председатели партии и руководители фракции. В текущем году проведен ряд работ в рамках дорожных карт, направленных на реализацию предвыборных программ. По итогам января-ноября общая площадь введенных в эксплуатацию жилых домов в области составила 598,7 тысяч квадратных метров, что, соответственно, больше прошлого года. Кроме того, руководитель управления экономики и бюджетного планирования озвучила итоги работ, проводимых в сфере образования, экономики в целом, устойчивого развития регионов, а также дальнейшие планы. По экономике и устойчивому развитию региона для увеличения производства отечественных товаров и снижения зависимости от импорта по снабжению производителей полностью сырьем было запланировано 12 проектов. По этому плану до 2025 года было рассмотрено 75 крупных проектов общей стоимостью 2 триллиона тенге. На собрании также обсуждались проекты, созданные для увеличения производства отечественных товаров и снижения импортозависимости. На повестке также стоял вопрос камер «Сергек», расположенных на улицах города. Депутаты задались вопросом, немного ли 1500 камер для такого небольшого города, как Тарас. Камеры были установлены не только на крупных улицах города, но и в местах, которые отмечены опасными. Это делается для безопасности жителей. Я призываю всех участвовать в рассмотрении программы развития, в планировании бюджета для развития населенных пунктов области. Председатель филиала партии, который подвел итоги совещания, отметил, что каждый депутат должен ознакомиться с планируемыми показателями документа следующего года в своей сфере и проявить большую активность, чтобы достигнуть положительных результатов. После этого были заслушаны отчеты членов фракции о реализации предвыборных программ и исполнении ими депутатских обязанностей. Утвержден план работы депутатской фракции на 2023 год. Асимжан Жузбаева, Ермек Асаубаев, Айхан Ахпарат.